Почему католики хоронили своих усопших в полах храма? Начало этому положил один итальянский монах. Праведно прожив всю жизнь, он завещал похоронить свое тело в полу храма. А когда его спросили, зачем? Ведь люди будут ходить по твоей могиле, а это не принято. Топтать могилы, значит, осквернять их. Но монах ответил, да, люди будут ходить по моей могиле и пятками чистить мою душу. И если я даже хоть в мыслях согрешил, то когда-нибудь все равно попаду в рай. Вот так своей благостью монах открыл ящик Пандоры, ведь с тех пор даже самый смертный грешник, имеющий деньги на захоронение в храме, умирая, мог надеяться, что когда-либо проберется в рай.